Всем привет! Продолжаем изучать, знакомиться и изучать CUDA-C и технологии CUDA. И сегодня коротенькое видео, в котором замеряем время выполнения. Ну, в качестве просто примера я складываю вектор, два вектора размерностью в 60 тысяч элементов. Вот. И это будет произведено на графическом устройстве и на центральном процессоре. То есть суть сегодняшнего небольшого видео просто показать вам, как можно, как нужно или как можно замерять время выполнения на графическом процессоре. На центральном процессоре здесь тоже есть, здесь ничего сложного. С этим уже сталкивались. А как на графическом процессоре замерить? Вот. Ну и соответственно... Я запущу на этом ноуте, а потом запущу на другом ноуте. И видео я в конце вставлю. То есть там у меня 48 ядер, а тут у меня 1280. Короче, там старенькая видеокарта, здесь, можно сказать, новая. Так вот, как мерить время? Ну, да, время выполнения на устройстве, на ГПУ. Для этого заводим две переменные. CUDA event t, тип у них такой, start и stop. Дальше переменную float GPU time. Дальше создаем события начала и окончания выполнения ядра. То есть это у нас CUDA event create start и CUDA event create stop. Далее привязываем событие start к текущему месту, то есть вот к началу выполнения ядра. Далее. Запускаем ядро. Вот запустили. Потом привязываем событие стоп к данному месту. В этом случае мы привязали событие старт к перед запуском ядра, то есть к запуску ядра. А вот здесь привязали событие стоп к окончанию выполнения ядра. Дальше. Вот эта функция. Она... То есть этим мы дожидаемся реального окончания выполнения ядра, используя возможность синхронизации по событию стоп. Далее, используем такую функцию, с помощью которой мы вычисляем, точнее запрашиваем время между событиями старт и стоп. Потом мы его выводим и уничтожаем созданные события. Все. То есть вот так вот можно замерять время. Соответственно, это можно обернуть в какую-то одну функцию start, а это в какую-то функцию stop. Ну, это уже такое. Так вот. Давайте запустим. То есть это тоже будет на GitHub'е, понятное дело, найдете. Теперь запустим. И что у меня получилось? В данном случае я запускал на вот таком устройстве. Потому что то видео, которое приложу, ну, под конец, да, смонтирую, то там уже будет, скорее всего, без звука. Так, что мы видим? Мы видим... Вот, 10 мультипроцессоров по 128 ядер. В сумме 1280 ядер. Итак, время выполнения на ГПУ 0,37 миллисекунд. На центральном процессоре 0,13 миллисекунд. Центральный процессор выиграл. Но это, скорее всего, из-за того, что я запускал вот в таком режиме. Я параллельных блоков не запускал. Я запустил N блоков, но не запускал вот эти нити или потоки. Если здесь поменять, то я думаю, все изменится и графический процессор выиграет. Но изменять мы пока не будем, потому что мы еще не дошли до этого, до разбора, что такое потоки и как играться с этими цифрами. Ну, думаю, все. Сейчас, после этого видео, после вот этой части, будет кусок видео, в котором я запущу для... другой, на другом устройстве, и вы увидите его характеристики. Поэтому смотрите на эти данные,
а потом посмотрите на другие данные и сравните, да, там у меня старенькая видеокарта и сколько же, ну и компьютер старенький, точнее ноутбук, и какова же будет разница, да, в данном случае я складываю два массива по 60 тысяч элементов каждый, вот и посмотрим, насколько выигрыш в скорости. Ну, а на сегодня все, всем что я там всегда говорю? Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем и все такое. Всем пока!